В этом году, 4 июня, День государственных символов, Темиртау было решено провести с привычным размахом. Помимо того, что в учреждениях города проходили различные мероприятия, посвященные этому дню, одной из масштабных акций 4 июня стал автопробег. По словам Татьяны Куриной, горожане каждый год активно принимают участие в таких акциях и поддерживают их. На сегодняшний день мы уже созрели гордиться своими символами и открыто выходим на акции, на флешмобы, для того, чтобы продемонстрировать миру, что мы тоже есть, мы любим свое государство. В мероприятиях, посвященных Дню государственных символов республики, принимала участие как молодежь Темиртау, так и более старшее поколение. Одними из постоянных участников таких акций являются темиртауские байкеры. Они уверены, им удастся привлечь внимание окружающих и напомнить о таком празднике, как День государственной символики. А мы всегда принимаем участие в активной жизни города. Вот и в этот раз решили как бы собраться все дружно. Вот наше начальство подъезжает, вот, собираемся везде. Как бы, ну, поддержка города. По словам организаторов, такие интересные акции и флешмобы, посвященные Дню символов Казахстана, будут проходить традиционно. Главная цель таких мероприятий – добиться того, чтобы темиртауцы осознавали себя гражданами своей республики. Мы тем самым подводим итог и говорим о том, что осознание себя – это первое, гражданином страны. Второе – это рост патриотизма и гражданственности, потому что, поучаствовав в акции, они будут вспоминать, они будут знать, что они держали этот флажок, почему держали, в какой день. Соответственно, чуть-чуть планочку знаний и отношения себя. Автолюбители и мотоциклисты с флагами Казахстана проехали практически по всему городу, обращая на себя внимание окружающих. Конечной точкой для участников автопробега стал монумент металлургов. Таким образом, байкеры и автолюбители, объехав весь город, смогли напомнить темиртауцам о таком празднике, как День национальной символики. Галина Полтаянин, Сергей Хромов, телекомпания «Сфера».